what you said you didn't receive. Mike, we all that girl is a real crowd, please. Хей, ютубу, хей, викас, меня был 3А2, и да, сегодня с вами продолжаем играть в HellNeighbor Mod Kit. Это у нас мод Just You and Your Neighbor, что переводится как «Просто ты и твой сосед». Странное достаточно название для мода. Так, тут у нас машина, тут у нас вывески о том, что пропали дети. И видно, мы, короче говоря, приехали к дому нашего, так сказать, вот этого соседа, чтобы, видно, найти этих самых детей. Видно, наш главный герой, как обычно, подозревает. О, здорово, братан. В общем, как видно, наш главный герой опять подозревает нашего Димона. Да, опять же повторюсь, это именно Димон, а не Петр. Ай, пока. Бля, не пока, ладно, фиг с тобой. Короче, да. Димон, ты можешь уйти, пожалуйста? Давай, на задний двор иди. Меня здесь нет, ты не волнуйся. Чё, никого здесь... Нет, сука. Сука, Димон. Димон. Ты, конечно, не Петр, но ты Димон. Это по-любому. Так, ладушки. А где он вообще? Он наверх пошел. Шумно вверх. Это мой, мать его, шанс. Тихо. Зачем ты поставил долбанный капкан? Закрой. Все отлично. Так, прошли. Так, работаем. Детективное агентство порешаем. Так, поехали. Порешаем очередные дела с соседом, который опять кого-то там затащил в свои долбанные подвалы и опять что-то там от нас скрывает. Не, а что, типичное дело, типичное как бы. Все как обычно. Ничего прям сверхъестественного я не вижу. Так, а тут что-нибудь есть вообще? Нет, ничего здесь нет. Ладно. Наверху что-нибудь есть, наверху ничего нет. Понятно, абсолютно бесполезнейшее. Просто вот, прям вот не знаю как что. Комната, здорово, Димон. Димон, пока. Димон. Димон, ты чё, ебать? Димон, ты чё? Никого здесь нет? Всё, давай, иди, видишь? Никого здесь... Вот скажи, Димон, вот в чем прикол выходить на улицу на секунду и снова заходить домой? Ну, типа, если ты вышел на улицу, мне кажется, нужно как бы, ну, раз ты вышел, то прогуляться, что ли. Хотя бы. А ты просто вышел на секунду и, в смысле, вернулся. Типа, в чем прикол? Скажи мне, пожалуйста, Димон, а? Где ты там, Димон? Ладно, меня не интересует, где ты, мне самое главное найти. О, нашел, стирает ключ, здоровый ключ. Так, теперь лом нужен. Лом по-любому в комнате, где он сейчас только что находился. Так что, да. Ну, может, он где-нибудь здесь все-таки находится? Нет. Ну, по-любому здесь где-то находится, я прям говорю. По-любому где-то здесь. Кстати говоря, игра, вернее, мод чуть-чуть фризит. Ну, зависает, прям серьезно. Вот, то есть, думаю, можешь заметить. Прям зависает чуть-чуть. Не знаю, с чем это связано. Это точно как-то связано с мод-кидом, потому что другие игры на копе у меня прекрасные идут. Так, а, подожди, может здесь? Да, действительно. Подожди, это все, что ли? Здорово, братан. Подожди, это реально все, что ли? Это весь мод? А, еще ключ-карту найти, да? Ладно, хорошо. Кстати говоря, доска закреплена на... А. Даже вот так, да? Действительно. Короче, доска закреплена была на эти гвозди из... Как там? Из альфа-версии, короче. Меня это дико радует. А еще у нас здесь... Золотое яблоко. Не, слушайте, я, конечно, все понимаю. Да, спасибо, золотое яблоко, там я его могу где-нибудь продать, там, стать богатым и все такое. Но я как бы думал, что я за детьми пропавшими пришел. Там же, типа, повешено, что типа пропавший день, повешено же плакат. Какого хера? Извините. Зачем мне яблоко? Ну, как я полагаю, все, типа, на этом весь мод, да? Ну да, типа, я понимаю, если бы какую-нибудь семечко бы нашел, мне куда-нибудь нужно было его посадить, а, типа, это ж яблоко, все. Ну, как бы,
все, типа, в этом моде никаких других больше карт нет. Как бы, вот такой вот он короткий. На самом деле, достаточно коротенькое видео, на самом деле, я, наверное, сейчас еще один мод включу. Давай, наверное, так и сделаем. Так, вот, собственно, ребят, я загрузил следующий мод. Это у нас Gumball's Home мод называется. И он у нас в Steam, то есть, да, я сейчас играю в стимовскую версию Hello Neighbor. Он у нас только в Steam находится, потому что, ну, на мод DB его, собственно, нет. Поэтому, да, поэтому пошли его проходить. Тут у нас вот такой, кстати говоря, дом, кстати говоря, нормально так выглядит, на самом деле, мне прям нравится. Так, ну, закрыто. Подожди, а тут, слышу, тут автор прям свою такую модельку сделал. Поставил прямо здесь, офигеть. Это нормально, это нормально, так нормально. Так, ладно. Вон, всех, фига из всех, ну, конечно. Так, там у нас получается доски, красный ключ, понятно. Нужен будет. Ой, тут и доски, красный замок. Нам там нужно получать красный ключ и лом. Ну или молоток. А, тут закрыто. Он прям там! Пофиг, ладно. Надо было сейчас идти куда именно такой, на более полезный этаж, на самом деле, ладно. Уже, так сказать, момент все просрал. Давай сделаем сейчас вот так вот. Окей. Ты уйдешь оттуда? Спасибо. Включил телек. Вот и смотри свой телек, а меня трогать не надо. Дядя! Пошел вон! У, сука. Ты что, Майкла Джексона, что ли, пытаешься перетанцевать или что? Ладно, буй с тобой, короче. Никого нет. Оба! Отлично! Так, телек не буду отключать на всякий случай, чтобы если он что-то мне заподозрил. Так, ладно. Здесь что у нас? О! Ключик синий. А куда его применить надо? Ты можешь его, пожалуйста, взять? Взять его. Взять, сука, его можешь? Все, отлично, молодец. Так, синий ключ. Я взял синий ключ, он прекрасен, но могуч, он гоняет стоит уж. Сосед, ничего только не подозревайте, умоляю. Я даже сейчас... Пошел вон! Ну и ладно. Ничего страшного. Так. Да ты угораешь, что ли, или что, дядя? Ладно, мы сейчас сделаем это так, по-старому. Пошел сюда. Блять! Я тебе сказал туда идти, блин. У, сука. Вон там. Прям за стены. За стеной, за стеной. Была. Тихо, ты ничего не видел. Это ничего нет, никого нет, понятно, никого нет, вообще никого. Здесь пусто, как не знаю где. Здорово! На! Бегом, 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 бегом. Открой, открой! Так, отлично, ничего здесь нет, вернее, это нифига не отлично. Ладно. Надо еще раз. Пать, спасибо. Вот за такое спасибо тебе огромное. До свидания. И зачем я здесь? Для чего вообще такому тоже ничего не... Лопата! Ага! Шикарно! Почему она висит как-то там на другую сторону? Ладно, срать. Так, а зачем я содержать синий ключ? Это для чего он мне вообще? Тут же нечего открывать. Ну типа, а серьезно, тут же нечего открывать. Ладно. Ты ничего не видел.
Иди дальше, братан, иди дальше. Иди дальше. Ты можешь уже определишься, куда ты хочешь пойти, нет? Подожди, я достал лопату. А зачем мне эта лопата? Где я могу ее использовать, собственно? Все, зашел в дом. Зашел в дом, молодец. А реально, где я могу ее использовать, эту лопату? Реально. Подожди, там где-то вот провод, он куда-то ведет. А мы тут ничего не видим, да? А мы тут ничего не видим. Понятненько, короче. Так, а как тогда? Подожди, а эта же, которая лестница, она случайно... Да! Я просто привык, что как бы там нужно этот, найти гаечный ключ, а тут все нормально. Все, короче, хорошо. Все, все, дальше я знаю, что делать. Так, тут у нас зонт. Спасибо, идите, твою мать. Спасибо за долбанный зонт. Ага. Только вот. А, вот он лом. Отлично, вот он лом. Так, лом будет летит вниз. Отлично, лом мы все, мы нашли лом. Теперь нужно искать красный ключ. Он прекрасен, он могуч, он гоняет стаи туч. Тут случайно нигде нет. Слушай, а может он где-нибудь вот здесь, вот, кстати говоря, валяется? Нет. Так, ладно, сейчас нужно лом подальше, блять, отогнать. Пойдем лом. Есть. 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 Вот так вот подальше отгоним. От солнца, чтобы он туда сужался. Все отлично. Нормально. Слушай, а подожди, а вдруг он у меня в машине есть? Ну, просто знаешь, как иногда бывает. Не, все отлично, нормально. Так, подожди, ну у меня же для чего-то есть лопата, да? Лопата ж у меня для чего-то есть. То есть я должен откопать что-то. Но где что откопать, я в душе не понимаю. Ну и же не ебу. Ну серьезно. Слушай, может где-нибудь за окрестностями, серьезно? Тут ничего нет. Коробки. Чем в коробках есть. Да не, что-то навряд ли, мне кажется. Ну хорошо, если что, пойдем еще раз на коробке проверим. Просто мне что-то кажется, что он именно что-то с лопатой нужно провернуть. Ну, она же не зря там висела, правильно? Значит, уж мне кажется, что на окрестностях тут проверить, ё-моё. О! Я ж говорю! Вот! Вот он и красный ключ. Все вот так вот простенько оказалось. Так, теперь вторая проблема, это у нас пройти, собственно, в дом сам. А еще нужно этот долбанный лом остудить. Лом, ты будешь остужаться уже, нет? На самом деле будет проблематично, ладно. Пошли сначала откроем ключ, наверное. Ладно. Я не думал, что это так работает, ладно. Так, бегом, бегом, бегом. Нет! Нет! Димон! Да-да, кстати говоря, это Димон. Думаю, не стоит объяснять, почему, а не Пётр. Так, давай, доносим, 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 доносим. Блять, самое вот это проблематично, это вот этот лом донести, ё-моё. Ты можешь взять его. Давай, давай, доносим. Да как куда ты туда? Зачем ты туда? Туда надо. Вот так, короче, нужно вот так вот нести. Есть. Вот так вот доносим. Давай, возьми его, возьми, я сказал. Так, сосед, только не агрись, пожалуйста. Мне тут нужно его донести сюда вот. Да ты можешь положить его сюда. Да куда ты его, зачем ты сюда его-то положил? Мне сюда на, зачем ты? Ладно, все, остужайся. Самое главное, только остудись, я тебя умоляю, остудись. Остужается? Остужается, давай, 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 давай. Все, отлично, молодец, хорош. Молодец. Все, теперь вот этот, короче, откручиваем просто. И все нормально вообще. Не трепаемся ни о чем. Все открываем. Бля. Так, давай, просто идем, открываем двери, все. Да сосед! Я тебе сказал! Гамбл в тостере? А, ну и поэтому и называется Гамблс Хоум. Действительно, мод.
В общем, да, как-то вот так вот, собственно. В общем, ребят, думаю, пока что мы это с вами закончим. Мы с вами прошли два мода сегодня. Полностью два мода прошли. Ну, в принципе, они, ну, не длинные вообще. То есть, они на самом деле оба короткие были, так что да. В общем, с вами был Apple 3A2. Мы с вами играли в моды на Hell Neighbor Mod Kit. И всем пока!